Вот завелись команды, мне кажется, завелись игроки. Пошло выяснение. Мне кажется, судейской бригаде уже пора выносить просто карточки, показывать тем людям, которые не соблюдают правила честной игры. И вот мы видим Владимир Сосницкий и Сергей Крошка. Три номера. Три номера стоит у них на мотоциклах. Поехали отдыхать на 2 минуты. Казалось бы, вроде бы игра действительно интересная, напряженная игра, и вдруг такой момент. 11-метровый, мне кажется, можно давать за это. Был выход 1-1, сбивают мотоцикл, сбивают, соответственно, и игрока, который, по-моему, это Максим Довбня был. Ну что, я не ошибся, 11 метров, да, действительно. И Вячеслав Дергунов показывает на 11-метровую отметку. И вновь какие-то непонятные разборы. Ну что ж, надо просто принять как должное. Нарушение было, тут абсолютно не придерешься к судейскому решению. Нарушение было, и все по делу. Абсолютно. Ну что ж, смотрим, кто будет пробивать. Максим Довбня? Ворота, дорогие друзья, ваши аплодисменты.